Всем привет! Привет! Сашу вы уже, наверное, знаете. Сегодня я хочу показать вам еду, очень вкусную местную еду. Это рыба, готовится с квашеной капустой, с квашеным перцем. Это очень острое блюдо и вкусное оно с бульоном. В общем, так что мы специально сегодня вечером сюда пришли, чтобы заснять, как это делается. Да-да-да. И как это кушается. Вот, с собой взяли такую вот кастрюлечку. В нее они нам приготовят эту рыбу, и мы с собой домой, заберем домой. Да. Домой. Это кафе находится очень рядом с нашим гарденом, поэтому мы туда постоянно ходим. Они нас знают, поэтому вот они нам дали добро посмотреть, как он готовит. Я хочу заснять это все дело, как он это готовит. Вот идем на кухню. Сейчас вытереть там все. Тараканов разгонять. Короче, вот так. Кафе сейчас очень подождем 5 минут и пойдем. Да, кафе очень вкусное. Здесь можно также пообедать. Здесь, в общем, они сделали такую вот раздачу быструю. Здесь они, короче, готовят еду. И в обед можно прийти покушать. И также эту рыбу можно покушать в маленькой порции. Она вот стоит здесь обычно. Маленькая порция на одного. Ура, нам разрешили зайти уже. Видимо, а вам не разрешено. Видимо, убрались. О, смотри, мы на кухне. Мы в самом сердце. Вот он, перец, наверное. Ни хао. Так, ну давай, что? Что он говорит, Саш, переводи ребятам. Сейчас он покажет, там продемонстрирует. Продемонстрирует, да? Все делается. Потому что они тут пол, мне кажется, помыли, представляешь? Да, все чисто, вообще идеально. Прямо как это. Чистенько. Нормально. Сейчас они пальчики разомнут и начнут готовить. О, рыба. Как рыба называется? Спрашиваю. Готовится из свежей рыбы. Смотри. Как рыба называется? Раз. Я ускакала. Готовят из свежей рыбы здесь. Только живая. Как рыба называется, Саш? Я ее даже не знаю. Спроси. Я не знаю. Я в рыбах не силен. А как спросить? Спроси. Как рыба называется? Ваня. Рыба называется ваня. Цигода, цига ю, пинцы в омен сыда. Цига не ю, цига ваня. Пресноводная рыба называется по-китайски ван-ю. Как еще раз? Она называется ван-ю. Ван-ю? Да. Филе, смотри. Филе, раз. Ну, он, мне кажется, половинку готовит. Да. Я не думаю, что он все целый. Конечно, целый. Нет, такого не надо. Много, мне кажется. Хотя он голову тоже варит. Давай посмотрим, что здесь есть. Что здесь? Видишь, все заготовочки сразу. Заготовочки. Имбирь, чеснок. Все. Вот квашеная капуста как раз. Да, кстати, квашеная капусточка. Вот. Это, смотри, квашеный имбирь. Да. Тоже, кажется, квашеный. Это что такое квашеное? Это перец. Да, перцовый томат. Соус. Перец. О. Все идет. Вот квашеная. Перец. Это перец, да, острый. Это сверху посыпается. Это он так помыл казан.
нормально, плавится. Разогревка все равно. Потом мыл ее, все. Масло. Отходим, подальше. Давайте мне это поближе. Масло заливается, ну, примерно больше, чем пол-литра. Ого. Короче, сначала вот эти вот шабры и голову готовы, потом все остальное. Все раздельно готовы. Вот только что ее жарили.是什么粉？加的是什么粉？ 生粉的。 好一点的。有，要老王洗了。 добавляет немножко крахмалу, чтобы оно мягче было. 这是淀粉的吧？生粉的。 а тут у нас парится, жарится капуста вашими шабрами. Главный камень.
еще. Как дела? Вчера с тобой виделись, да? Ты что делаешь? Расскажи команде. Да? Маслом сверху отдать его. Все,
готово. Прям такой процесс, да, прям? Все, гава. Ура. И на ЛМ я не... Саша, ну что, это готово? Да, все гения. Так, расчет, сколько стоит? Сколько? 38. 38. Все. Это, кстати, хозяйка этого кафе, да? Да. А тут хозяин был. Ты сказал, ребята? Да. 38 юаней, я считаю, это вообще недорого. Вы будете рады теперь, да? Будете рады. А? Давайте. А, о, пакет другой дали. Нормально? Нормально. Возьмем его. А, да? Какие ощущения? Ощущения будут, когда мы... Саша, ощущения будут, когда мы будем кушать. Да. Ну давай. Уже пакет бы не расплавился бы, а? Нет, он сказал, что пакет выдержит, то есть... О, прям горячий. Ну все, погнали. Ну. Вот будем это кафе, очень его рекомендуем. Ага. Сейчас уже заснимем дегустацию непосредственно. Ладно, данного пошли. Года. Спасибо. Добавила. Поняла. Ну давай, Саша, пробуй. Так, пробуем рыбу. Снова проводим. Снова. Вот так. Вот так. Вот она стесняется. Ну, рыба вкуснейшая. Легкая такая, прямо ее ешь. В общем, мы приготовили плов. Катя приготовила плов. Вот. Ну, вкусный плов. Я тоже попробовал. Снова понравился плов. И приготовили кабачок жареный с майонезом, с чесноком. Запеченный, да. Она говорит, очень вкусно. Ну, надеюсь, это правда. Транслейт. Вот так вот. Что? Что она говорит? Она говорит, что вот это вот очень вкусная капуста. Капуста вкусная. Саша, прокомментируй то, что вот жена огурчик пробует. Вкусно. Вкусно. Да подожди, комментарии излишни. Она еще не успела откусить. Она уже все говорит вкусно. Она еще откусить не успела, уже сказала вкусно. Да, вот и закончился у нас ужин. На самом деле все было очень вкусно. Если это видео вам понравилось, подписывайтесь на канал. Кнопка вот тут внизу подписываться. И увидимся в следующий раз. Пока.